Не видишь отсюда ничего? Я вижу все. Не, Хаммер не видишь вражеский? Надо Хаммер спалить. О, трассеры вон из леса идут. Да у тебя 25 патронов. Че, кого ты там по столе собрался? 6. Вижу Хаммер. Где он? Кто это он стреляет или нет? Давай на него прям приедем. Ой, как лагует. Ой. Приехали, Серега. Ахуенно, ахуенно. О, тут GPS есть. Серега, Серега. Осторожно, чел на бункере на 230 был на сотке. Хаммер, сколько? Я его не вижу. В бункере все еще враг. Я не вижу Хаммер. Ну могу еще раз попробовать у него. Не, не надо, да. Не это. А, сейчас вижу. По горе будет спускаться, ты понял? Там метров 500-600. Сейчас это противотанковое заряжено. Выше. Снаряд летит. Да это мы по Хаммеру стреляем. А все принял. Кстати, предлагаю сделать сдвиг по КВ, потому что Вольта убили, рацию могли снять с него. Да, принято. Так, горняк на КВ. Проверка. Уж рядом стрельба. Это по мне стреляли. Блин, я охреневаю, как так точно люди стреляют. Да. Горняк, я, конечно, люблю эту миссию, но, блядь, почему у них Акоги... Причем здесь я? Нет, я просто говорю. Просто, когда я начал это говорить, ты был единственный мертвый. Я думал, ко мне там, типа, это, типа, я миссии делал. Я вообще миссии не делаю, я постоянно говорю про баланс. Видел, да, как он с пулемета на Серега покрошил неплохо? Мне первым выстрелом в голову прилетело. Это просто настолько охуенно, то что я сижу в доме на втором этаже, в меня стреляют, меня там, ну, обстреливают, я ложусь. Бам, сам себя убил. Меня просто простреливают через дом с пулемета, с 249-го. Нормально. Так, ну, у нас все мертвы или нет? Меня с РПГ застрелили, походу, блядь, да? Политрук, да. Почему политрук окажется в машине? А мне там уже конец был. А так у нас один остался, последний. Сейчас напишем, что это. Охуенная миссия просто. 10-10. Баланс. А Дрим сам себя что ли убил? Почему Дрим? Вода светится? Я их хуею просто. Да, Дрим, лагует вообще жестко. Кто тебя убил? Драйм, дрим, бля.
Дельтовец, кто? А он это, сам я себя. А, да, мне РПГ. Там уже ГП шили, стреляли, мне там выхода некуда было уходить.